Депутаты принимают решение. На повестке 50-го внеочередного заседания 7 вопросов. Одним из первых рассмотрели вопрос о присвоении звания почетных гражданин городского округа Щелково Валентине Сергеевне Козловой. Она работает в Щелковской городской больнице врачом-акушером-гинекологом уже более 40 лет. Врач высшей квалификационной категории, член Российской ассоциации акушеров-гинекологов, посвятила жизнь важной и нужной профессии, принимала участие в работе Международного конгресса по репродукции человека. Единогласно парламентарии проголосовали за присвоение почетного звания. Кто за, прошу голосовать. Принято единогласно. Еще одна тема повестки – вопрос структуры совета. В связи с тем, что был принят новый устав городского округа, введен еще один, второй заместитель председателя Совета депутатов, в связи с этим были изменения в структуру, которую сегодня депутаты утвердили. Теперь в Совете депутатов два заместителя председателя – Анатолий Андронов и Игорь Шариков. Утвердили депутаты и положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.